роскошь. Удивленный возглас, использующийся мужчинами при виде очень красивой женщины в пьемонтском диалекте итальянского языка. Это имя закрепилось за автомобилем после того, как Нуччо Убертони в первый раз увидел машину в своей студии. Прототип был показан публике в 1971 году на выставке в Женеве. Первый серийный автомобиль, который отличался от прототипа некоторыми необходимыми изменениями во внешнем виде, включая, например, дополнительные воздухозаборники в задней части, поступил в продажу в 1974 году. Хотя клиновидный силуэт на тот момент уже не был чем-то новым, машина стала одной из культовых моделей 80-х. В период с 85 по 88 год было выпущено 676 машин Countach LP5000 QV, после чего в 90 году модель была заменена на Diablo. В ходе выпуска двигатель машины постоянно модернизировался. Двигатель V12 модификации LP5000 QV имел 4 клапана на цилиндр, отсюда название QV от итальянского Quattro Valvole, а его объем увеличился до 5,2 литра. Для улучшения воздухозабора 6 спаренных карбюраторов были размещены над двигателем. До этого они располагались по бокам. С другой стороны, из-за этого плохая задняя обзорность стала практически нулевой. В начале 90-х модель Diablo, которая пришла на смену Countach, стала еще одной возможностью продемонстрировать миру легендарные двигатели V12. Название машины стало возвратом к традиции называть модели именами быков, принимавших участие в боях. Бык Diablo отличался свирепым характером, а его имя означало «дьявол». В 93-м была выпущена специальная полноприводная версия Diablo VT от Viscous Traction — вязкостная тяга. После этого практически все машины Lamborghini стали полноприводными. Однако созданная в 95-м году модель Diablo SV была создана на основе оригинальной Diablo и поэтому имела привод только на задние колеса. Модификация с буквенным обозначением SV от итальянского Sport Veloce — быстрый, спортивный, которая использовалась до этого всего один раз, оснащалась модифицированным двигателем с мощностью 510 лошадиных сил, увеличенными тормозами и новым настраиваемым спойлером из 3 элементов. Исходной задачей при создании Diablo была машина, которая сможет разогнаться до 315 км в час. В 1991 году оригинальный «Диабло» был самым быстрым серийным автомобилем в мире и мог развивать 325 км в час. Модификация SV также оснащалась 4 противотуманными фарами вместо 2, имела вентиляционные каналы для тормозов и 2 массивных воздухозаборника на кожухе двигателя. Новая модель Lamborghini, которая представляет собой платформу для демонстрации уникальных технологических достижений, меняет будущее суперкаров. Ее название, которое переводится как «шестой элемент» и означает «порядковый номер углерода в периодической таблице», символизирует использованные при создании автомобиля передовые углеволоконные технологии, включая элементы подвески и колеса. Двигатель V10, который раньше устанавливался только на модель Gallardo LP574 Superleggera и снаряженная масса менее тонны, позволяют Sesto Elemento разгоняться от 0 до 100 км в час за фантастические 2,5 секунды. Каждый километр за рулем Sesto Elemento — настоящее наслаждение, отчасти благодаря прекрасным характеристикам сцепления, достигаемым за счет системы постоянного полного привода. У каждого штриха во внешнем виде этого Lamborghini есть функциональная нагрузка. 2 вертикальных ребра в передней части повышают жесткость и обеспечивают подвод воздуха к радиатору и тормозам. Треугольник, например, такой, как на дверной ручке, можно встретить во всех элементах машины, например, на вентиляционных отверстиях и на капоте. Секрет красного мерцания всех поверхностей в добавлении мелких кристаллов, которое стало возможно благодаря нанотехнологиям.